Напомним, осенью 2018 года скульптуру демонтировали в связи с наметившейся реконструкцией постамента. Сейчас Ленин находится в деревянном коробе, благодаря которому создаются необходимые условия для сохранения памятника в первозданном виде. Бронзовая скульптура принадлежит Росимуществу, но в федеральном бюджете сейчас нет достаточного финансирования на реконструкцию. Деньги у федеральной власти, а это памятник федерального значения, нашлись только лишь на демонтаж скульптуры. Финансирование не на 2019 год, не на 2020 год, не в федеральном бюджете, ну, тем более не в нашем областном, не предусмотрено. Нет строки в бюджете федерального закона. Мы готовы выставить ведро и осуществлять сбор средств. Депутаты фракции КПРФ предполагают, что в правительство России могли и не обращаться о выделении необходимых средств, поэтому предлагают ФРИО губернатора поспособствовать решению ситуации. По данным регионального министерства культуры, реставрация должна быть завершена до 31 декабря 2020 года.